Не беспокойся о завтрашнем дне. Это не совет, а приказ. Я разделил время на дни и ночи, чтобы у тебя была часть дня, с которой ты можешь справиться. Моей благодати достаточно для тебя. Но этой благодати каждый раз бывает достаточно только на один день. Когда ты беспокоишься о будущем, ты взваливаешь на свои плечи невыносимую тяжесть проблем многих дней. Ты спотыкаешься под этой тяжелой ношей, хотя я никогда не обрекал тебя на подобную долю. Сбрось это тяжкое бремя одним жестом доверия. Тревожные и беспокойные мысли наполняют твой разум, не давая ему покоя. Но доверие ко мне вводит тебя в мой мир. И когда ты таким образом подтверждаешь свою веру, оковы беспокойства мгновенно падают с твоих ног. Наслаждайся моим присутствием постоянно, доверяясь мне во все времена.